соученик. Братья Цзин! Почему ты до сих пор тут? Лер просила меня позаботиться о тебе. Я не ребенок. Я не нуждаюсь в твоей заботе. Соученик. Что бы ты ни думал, Лер всегда все делала ради тебя. Я этому не верю. Если ей действительно нравится говорить тебе это, что она делает все ради меня, почему тогда она не скажет мне правду? Может быть, если сравнить меня с правителем Цин, она доверяет ему больше? Разве она не знает, какой я человек? Соученик, ты вошел во дворец больше года назад. Может, чтобы просто защищать соученицу? Объяснись. У тебя была возможность быть рядом с соученицей, поэтому у тебя наверняка есть шанс приблизиться к Инжену. Ты забыл, чему учил нас наставник? Почему ты не убил его? Я пытался. Ты пытался, но не справился? Хочешь сказать, что я не прав? Что ты пытаешься этим сказать? Ты проник в Цинь, а после этого стал прислужником правителя Цинь. Я прав или нет? Соученик, я не стану ссориться с тобой. Сейчас ты не в состоянии мыслить ясно. И что? Что я не мыслю ясно? По крайней мере, я знаю, кто я. Я никогда не останусь в одной комнате вместе с этим тираном, не убив его. Даже если бы я убил Инжена, что дальше? Что стало бы с Лер? Если Инжен умрет и меня поймают, она сможет выйти из дворца в одиночку? Более того, есть... Что? Есть еще что? У нее есть сын с Инженом, верно? Она не может бросить этого ребенка, я прав? Ты не... Соученик. Ты уже отклонился от надежд, которые наставник возлагал на тебя. Надеюсь, ты сможешь успокоиться, подумать об этом. Братец Цзин, не надо! Слушай внимательно. Те, кто предал наше государство и нашего наставника, это ты и Лер, а не я. Доставай свой меч! Доставай меч! Если так зол, выпусти гнев на меня. Я знаю, тебе сейчас больно. Но братец Хан не сделал ничего дурного. Ты тоже встал на их сторону. Соученик, успокойся. Давай поговорим как друзья. Нам с тобой не о чем разговаривать. Если тебе нравится быть прислужником Цинь, тогда вперед. С этого момента мы не будем называть друг друга братьями. Я отказываюсь от наших уз. Братья Цзин! Братец Хань, почему сестрица Ли так мучает братца Цзина? Разве они не любят друг друга? Если любят, почему не могут быть вместе? Госпожа Ланьер, есть очень много всего, что не так просто, как ты представляешь себе. Если бы люди могли быть вместе только потому, что они любят друг друга, тогда в этом мире не было бы столько незамужних мужчин и женщин. Как и не было бы столько расставаний и воссоединений. В конце концов, этот вопрос между ними
должен решаться сам по себе. Нам остается только переживать. Так много людей охраняет дворец высшей добродетели, но вы позволили невооруженной женщине просто так уйти? Мой дворец Цинь. Разве похож на место, куда любой может войти и выйти? Зачем мне тогда все эти глупые стражники? Ли Джун, здесь. Иди и вытащи всю придворную прислугу, и пусть их изобьют до смерти. Слушаюсь. Чао Гао. Я здесь. Иди и вытащи придворных горничных из Янцяни и выпари их. Если никто не расскажет о местонахождении госпожи Ли, казните их всех, не оставляйте в живых. Я все исполню. Доклад. Докладываю вашему величеству, госпожа Ли вернулась. Я покинула дворец без разрешения и вызвала переполох. Я вернулась и готова к наказанию. Стража! Здесь. Мадам Ли нарушила закон, покинув стены дворца. В темницу ее! Госпожа! 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 Дзинер! Дзинер! Госпожа! Дзинер! За что они так с тобой? Госпожа! Где же вы были? Прости. Это все из-за меня. Не говорите так! Госпожа Ли... Если вы хотите прочувствовать ощущение от пыток, которые испытала барышня Цинь, я могу повторить их на вас. Хотите кого-то наказать, накажите меня. Побег из дворца был моим решением, Дзинер здесь ни при чем. И только посмейте еще хоть раз к ней прикоснуться. Любой, кто вошел в Юнсянь, никогда не выходил с целыми руками или ногами. Мадам Ли, если вы не можете дождаться, чтобы испытать это... Я могу на самом деле дать вам попробовать. Стража, обслужите ее нашими пытками. Не трогайте госпожу! Отпустите ее! Дзинер! Дзинер! Госпожа! Дзинер! Госпожа! 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 Отпустите госпожу! Отпустите госпожу! Государь здесь! Что вы тут вытворяете, ваше величество?
Разве я приказывал пытать ее? Ну, я же просто следую правилам, установленным Юнцяне. Не собираешься отпустить ее? Слушаюсь. Развяжите. Развяжите ее, стража. Есть. Я собираюсь поговорить с госпожой Ли. Всем выйти. Слушаюсь. Можешь сказать мне теперь, почему ты самовольно покинула дворец? Государь наверняка знает, что до прибытия во дворец я жила беззаботной жизнью. Могла ходить где хочу и куда хочу. Но как вошла во дворец, я не могу выйти на улицу и развлечься. Не могу тренироваться с мечом. Для такого человека, как я, который привык владеть оружием, жизнь во дворце очень скучна. Ты говоришь, что покинула дворец без разрешения? Только чтобы развлечься? И куда ты отправилась? Просто гуляла. Я никуда не ездила. С кем? Одна. Во дворце высшей добродетели строгая охрана. Как ты смогла одна пройти через нее? Неужели никто тайно не помогал тебе? Я с детства обучалась боевым искусствам. Когда я хочу выйти... Думаете, меня что-то остановит? Хорошо. Даже если ты сможешь выйти из покоев дворца, от внутреннего до внешнего дворца, везде есть стражники. Если ты была бы одна, как бы ты смогла пройти через них? Не могла же ты планировать уход из дворца задолго до этого? Почему ты ушла именно сейчас? Почему ты не ушла, когда была еще беременна Тяньмином? Потому что боялась выкидыша. А что сейчас? Ты относилась к этому месту как к гостинице? И просто приходишь и уходишь, когда хочешь? Ты думала, что даже если я поймаю тебя, то не стану наказывать, я прав? Я не настолько самонадеянна, что до ваших обвинений у меня нет ничего, чтобы их опровергнуть. Так что, если хотите наказать, я готова. Раз уж ты знала, что будешь наказана, почему же вернулась обратно? Из-за Тяньмина. Прежде чем выйти из дворца, я знала, что вернусь. Ты можешь сказать мне, где ты хотела развлечься? Ты все еще не можешь смотреть мне в лицо? Похоже, я преуменьшал твою силу воли. С этого дня я собираюсь исправить управление своим дворцом. Строго контролировать вход и выход людей во дворце высшей добродетели. Если я не накажу тебя, мне будет трудно укрепить порядок внутреннего дворца. Джао Гао! Я здесь. Верни госпожу в темницу, чтобы она могла раскаяться в своем поведении. Без моего разрешения никто не может ее пытать. Слушаюсь. Стража! Заберите госпожу Ли. Есть. Цинер! Цинер! Госпожа! Цинер, я в порядке.
Цинер, прости. Это моя вина. Госпожа, не говорите так, это моя ошибка. Я плохо о вас заботилась, Цинер. Это же я сбежала из дворца. Как тебя обвинили в этом? Я готова сделать все, что угодно для госпожи. Госпожа, вы пострадали? Я вернулась. Больше не позволю тебе страдать. Братец Зин. Со мной все нормально. Просто оставь меня. Ты же не ел весь день. Может, я приготовлю что-нибудь? Я не голоден. Ешь сама. Братец Зин, может, потренируемся на мечах? Тренироваться на мечах? Ну да. Тренировка может не только тело укрепить, но и заставить человека сосредоточиться и забыть о своих заботах. В твоем состоянии тренировка – лучший выход. Сделать свое тело сильнее и здоровее. Техника меча и боевое искусство. В чем смысл фехтования? Я обучался бою на мечах более 10 лет. Не говоря о месте за моего наставника и выполнении высоких целей. Я даже не смог защитить любимую женщину. Тренируйся сама. А может, проводишь меня на рынок? Знаешь, я видела пару птиц на рынке. Я не пойду, иди сама. Пойдем уже, мне будет скучно одной. Пойдем, пойдем, ну сходи со мной. Я же сказал, не пойду. Ланьер. Прости. Я знаю, что у тебя добрые намерения. Но я правда не в настроении сейчас. Позволь мне побыть в одиночестве. Ты не доедаешь? Приложи больше усилий. Да. Придворный советник. Ну что еще? Такой испуганный. Господин, я по вашему приказу проверял отсутствие придворных слуг и стражников в последние дни. Я обнаружил, что среди них был стражник Хань, помогавший госпоже Ли найти ее сына в прошлый раз. Что ты сказал? Госпожа Ли покинула дворец 5 дней назад. За день до побега госпожи Ли, стражник Хань спросил разрешения вернуться в провинцию и еще не вернулся. Как занятно. Нет такой вещи, как совпадение. Все просто, причины и следствия. Стражник Хань ушел в отпуск, но это просто совпало с побегом из дворца госпожи Ли. Эти двое без сомнения связаны между собой. Быстро узнай происхождение стражника Ханя и когда он вошел во дворец. Слушаюсь. На этот раз я не верю, что не найду никаких доказательств против вас двоих. Что вы пытаетесь сделать? Хань Шэн, ты нарушил правила дворца. Тебя немедленно арестовывают для суда. Стража, арестуйте его. Есть. Увести его. Иди. Придворный советник просит аудиенции.
Приветствую, Ваше Величество. Я поспешно просил аудиенции, потому что мы только что арестовали предателя, который помог госпоже Ли покинуть дворец. Предатель? Именно. Пусть Ваше Величество позволит мне привести этого преступника и допросить его. Привести его. Давайте, заводите его. Хэншин? Ваше Величество, я уже подтвердил, что за день до побега госпожи Ли стражник Хань сообщил, что он уходит в отпуск, чтобы навестить свой родной город. Адрес, который стражник Хань сообщил, когда входил во дворец, находится в Пуяне, что в государстве Вэй. От Саньяна до Пуяна, даже если вы изо всех сил скачете на лошади, требуется 10 дней, чтобы поехать туда и обратно. Более того, он должен навестить родных и утешить стариков. Но Хэншин вернулся во дворец всего через 5 дней. Следовательно, я уверен, что Хэншин на самом деле не был в провинции, чтобы навестить родных. На самом деле он был в другом месте. Хэншин, здесь Его Величество. Не собираешься поспешить и признаться во всем? Советник. Даже если стражник Хань скрыл это, покидая дворец, это не значит, что он связан с вопросом о том, как госпожа Ли покинула дворец. Ваше Величество, прошу простить меня за смелое изложение этих выводов. Наш Саньянский дворец очень строго охраняется. Госпожа Ли действительно не могла уйти из дворца сама. Кто-то должен был тайно ей помогать. И без сомнения, это Хэншин. Он осмелился публично не подчиниться нашим законам цене придворному этикету. Здесь, во внутреннем дворце Саньяна. Судя по его поступкам, он не только похитил королевскую наложницу из дворца. Он явно угрожает безопасности Вашего Величества. Он миновал всех стражников, словно их не было. Как я не могу расследовать дело такого злодея? Ваше Величество. Хотя то, что сказал советник, лишь предположение, они вполне разумны. Почему бы не спросить стражника Ханя и узнать, нет ли у него какой-либо связи с госпожой Ли? Хэншин. Тебе есть что сказать? Ваше Величество, когда принц Тяньминь пропал в прошлый раз, Хэншин смело использовал свою жизнь в качестве гарантии, прося Ваше Величество обыскать Южный дворец. После этого Ваше Величество сказали, что награждаете его. Затем он сказал, что хочет взять отпуск, чтобы вернуться в эту провинцию. Но сейчас его поступки противоречат прошлым словам. Он, безусловно, что-то скрывает, поскольку он не хочет говорить. Я предлагаю немедленно наказать его высшей карой, чтобы исправить репутацию законов нашего Цинь. В гареме спокойно последнее время. Насчет этого. У меня есть что рассказать старшей вдовствующей государыне. И что же это? Несколько дней назад госпожа Ли покинула дворец без разрешения, пока государь отсутствовал. Советник заточил в темнице слуг, которые ей прислуживали. Прямо в Юнсян. Их точно пытали. Прислуга всего дворца в панике. Когда государь получил это известие, он помчался назад и отправил армию начальника стражи для поисков. Да что же случилось? Именно, его величество был зол. В конце концов, госпожа Ли просто не спеша приехала на лошади назад, как будто ничего не случилось. Старшая вдовствующая государыня. А ведь из-за нее едва слуги и стражники не погибли. Это госпожа Ли все же. Наложница высшего ранга, она должна служить примером. Как она может действовать так неподобающе? Вы абсолютно правы. Тем не менее, Его Величество все же запер ее в Юньсяне. Она не получила никакого наказания. По-моему, как шумиха из-за этого утихнет, он просто позволит госпоже Ли спокойно вернуться в дворцовые покои. Государыня,
Я в самом деле беспокоюсь о защите дворца. Если другие будут вот так играючи, входить и выходить из дворца, кто в таком случае обезопасит наш дворец? Государыня, берегите здоровье. Как я могу не сердиться? Хорошо, что ты, Жуэр, рассказала мне об этом. Такое произошло в огромном внутреннем дворце. Я была во дворце Хуаяна, чтобы успокоиться. Но юное поколение утратило все свое уважение ко мне. Если я не накажу, и об этом узнают, люди по всему миру будут думать, что во внутреннем дворце нет никаких правил. Разве это не оскорбление репутации нашей Цинь? Удостоящая государыня, вы так мудры? Если не начнешь говорить, я запру тебя в темнице, а потом допрошу вместе с госпожой Ли. Что? Госпожа Ли сейчас в темнице? Она нарушила правила дворца и ушла без разрешения. Если я не накажу ее, разве для всего мира это не станет поводом для насмешек? Ваше Величество, на самом деле я вынудил госпожу Ли уйти. Я затаил злые помыслы против госпожи Ли. Поэтому я похитил ее и вывел из дворца. Но у госпожи прекрасные навыки в боевых искусствах, поэтому она смогла убежать от меня на полпути. Ваше Величество, госпожа Ли не сказала вам правду, потому что она доброжелательна и великодушна, и не хотела причинить мне вреда. И это твоя правда? У госпожи Ли и тебя нет ничего общего. Почему же она тогда покрывает тебя? Это мне неизвестно. Но это действительно началось из-за меня. Это не имеет никакого отношения к госпоже Ли. Ханьшен, ты же не думал, что рассказав сейчас все, ты не будешь казнен за это? А раз ты знал заранее о том, что случится, зачем вернулся назад? Я рискнул своей жизнью, рассчитывая на свою удачливость. Потому что после возвращения я действительно пожалел об этом. Жалование во дворце Цинь очень хорошее, и я действительно не должен был этого делать. Ваше Величество, это дело не связано с госпожой Ли. Пусть Ваше Величество накажет меня. Ваше Величество, его слова слишком необоснованы. Пусть Ваше Величество точнее изучит это дело, не слушайте его. Молчать! Запереть Ханшена в темнице. Я хочу, чтобы он лично встретился с госпожой Ли. Не приближайтесь! Вы обе, не нужно так делать. Госпожа, государь отдал приказ, госпожу Ли не пытать. Почему вы так нервничаете? Я даже орудий для пыток никаких не достала. Удостоящая государня Хуаян наставила обучить госпожу Ли правилам гарема. Вы должны отложить этот вопрос. Я уже сообщил об этом его величеству. Государь будет здесь в любую минуту. Притворись, что ничего не видел. Отрежьте волосы этих двух девушек. Есть! Посмотрим, у кого духу хватит. Хватит! Что тут происходит? Кто позволил вам устроить здесь сцену? Докладываю начальнику стражи. Я всего лишь пытался остановить их. Но они говорят, что получили приказ довствующей государни Хуаян, поэтому я не осмеливаюсь. Вы все еще здесь? Вон! Слушаюсь. Эти придворные слуги дворца Хуаян становятся все более и более непослушными. Ты... достаточно хорошо все обдумала. Я спрошу еще раз. Кто в действительности помог тебе уйти из дворца? Я вам уже ответила, что на самом деле ушла сама. Несколько дней назад ты только вернулась во дворец, поэтому была измучена. И поэтому ты едва смогла придумать оправдание. Я не копал глубже из-за моей великой доброты к тебе. Но прямо сейчас стражник Хань признался мне. Он сказал, что похитил тебя и насильно увел из дворца. Что ты можешь ответить на это? Стража, привезти сюда Ханьшена. Ваше Величество, я привел преступника Ханьшена.
Один из вас лжет. Кто именно? Ответь. Кто лжец на самом деле? Простой незначительный стражник внутреннего дворца. Почему ты так защищаешь его? Если не верите мне, тогда просто накажите. Если же верите, то прекратите расследование. Ваше Величество, госпожа Ли была похищена мной. У нее не было намерения уходить из дворца. Пусть Ваше Величество просто накажет меня. Делайте что угодно с моей бесполезной жизнью. Если я признаюсь, что Ханьшень мой старший соученик, это навредит ему еще больше. Соученик, почему ты был так глуп? Зачем ты вернулся? Хорошо. Раз так, я просто буду считать, что моя супруга солгала мне. Теперь стражник Хань будет наказан за преступление похищения наложницы правителя. Стража, тут. Проводите госпожу во внутренний дворец. Без моего разрешения никто не может навещать ее. Будет сделано. Госпожа, прошу. Шаогао. Я здесь. Ханьшен нарушил правила внутреннего дворца Цинь. Обращайтесь с ним. Согласно тяжести его преступления. Слушаюсь. Будет сделано. Стража! Печально любить кого-то, даже если эта любовь не взаимна, это прекрасно. Достаточно и того, что можно быть рядом с этим человеком. Надеюсь, ты научишься больше ценить себя и меньше думать о других. Особенно, если ты сама в беде. У тебя должен быть путь к отступлению. Помни, ты можешь просить у меня помощи в любое время. Я рядом с тобой. Соученик, почему ты такой глупый? Я совершила ошибку. Хорошо, что я могу за нее ответить. Здесь и сейчас. Что же мне делать? Стражник Хань, стражник Хань. Я не думал, что история между тобой и госпожой Ли столь незаурядная и даже странная. Ты не знал. В тот день госпожа Ли приехала одна на лошади, чтобы вернуться во дворец. Она выглядела храбро и внушала уважение. Как ни посмотри, она не выглядела как жертва похищения. Не была испуганной. Оказывается, есть скрытая информация, о которой мы не знаем. Ханьшен, у тебя еще осталась преданность. Но ты думаешь, если ты не издашь ни звука, я не смогу угадать твои мысли? Вы разве не собирались сбежать с госпожой Ли? В противном случае, зачем ты отправился следом за ней? В море много рыбы. Госпожа Ли действительно прекраснее любой другой женщины. Но из-за женщины... Ты? Да как ты посмел? Ханьшен, я скажу тебе вот что. Я держу тебя в живых, потому что пожалел тебя. Ты уже нарушил закон Цинь. Твое преступление доказано. Даже не думай о том, что останешься в живых после сегодняшнего. Стража, здесь. Избейте его. Жестоко избейте его. Есть!
Вы можете уйти. Слушаемся. Цинер, мне нужна твоя помощь кое с чем. Госпожа, только прикажите. Я все сделаю. Я должна увидеться с Каньшеном. Госпожа, вам будет нелегко проникнуть в темницу. Если снова уйдете, это будет слишком опасно. Цинер, послушай. Прямо сейчас за дверьми покоев стоят стражники. Если не поможешь, мне будет трудно уйти. Но если он умрет, мне не будет никакого покоя. Я знаю, это поставит тебя в трудное положение, но я все думаю об этом и не могу думать ни о чем другом. Простите, что прерываю вас. Я хочу спросить, какие у вас отношения со стражником Ханем? В последний раз, когда вы ушли, вы были с ним? Цинер, мои отношения со стражником Ханем не похожи на то, о чем говорят. Однажды я тебе это объясню. Стражник Хани правда очень хороший. Я не могу позволить ему умереть. Госпожа, семья Цинер очень бедна, и мое положение низкое. Но как начала служить вам, вы всегда были ко мне добры. Я лишь хочу служить вам всю оставшуюся жизнь. Что бы вы мне ни приказали, я рискну своей жизнью, чтобы выполнить это. Только... мне так страшно. Я не хочу, чтобы вы попали в щекотливое положение. Цинер, я знаю, что когда покинула дворец, я вмешала тебя. Но теперь, неважно, что произойдет, я не уйду. Я защищу тебя. Прошу тебя, помоги мне сейчас. Цинер все сделает. Я устала. Ты можешь уйти. Хорошего отдыха, госпожа. Я оставлю вас. Остановись. Господин, вам что-то нужно? Госпожа уже почивает? Да, она уже почивает. Проходи. Ваше Величество, вчера вечером в темнице я тщательно допросил стражника Ханя. От начала и до конца он настаивал на том, что он был похитителем госпожи Ли. На первый взгляд кажется, что госпожа Ли невиновна. Я просто не понимаю, если госпожа Ли была похищена, то этот стражник Хань настоящий злодей. Почему же после возвращения во дворец госпожа Ли не призналась в этом вам, государь? Если перенести вслух, то госпожа Ли перенесла неописуемую обиду за пределами ее дворца. Это ничего, что она не хочет говорить об этом сразу после возвращения во дворец? Но как только госпожа Ли узнала, что мы схватили стражника Ханя, она не пришла, чтобы убедиться в восстановлении справедливости. Да, ведь это противоречит здравому смыслу. Можно ли сказать, что госпожа Ли действительно великодушна ко всем людям и прощает и забывает всех ошибки? Но это так нелогично, это ведь злодей, похитивший ее. И с тем, мужчина и женщина вместе наедине, это нарушает традиционный порядок. Жить и спать вместе в течение такого долгого времени. Может быть, госпожа Ли не хочет умолять о невиновности своей чистоты? Если только у них не было ранее скрытых отношений. О чем же вы двое разговариваете? Государь! Раз уж пришла, не уходи.
До сих пор ты все еще думаешь о нем. Для него не будет иметь значения, даже если ты жертвуешь собой. Верно? Ваше Величество, с подобным зрелищем, разве это еще не очевидно? Стражник Хан не может быть старшим соучеником госпожи Ли. Как я вижу, генерал Мэн должен убрать свое оружие во избежание убийства или нанесения вреда кому-либо.